Мы взяли с вами этот курс, и мы влево-вправо умышленно хистаться, как у Беларуси кажут, не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем. Но я вас поддерживал, поддерживать буду, потому что, ну, по большому счету, вы мои дети. Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти, и я с вами шел. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите. Ну, захотели вы там криптовалюту, криптобиржу, майнинги, прочие фермы создать. Поэтому вместе будем идти этим путем. Только единственное, в основе всего должна быть честность и порядочность. Если что-то надо, ну, если только не мышковать, вы придите, скажите, мы решим любой вопрос. И вам не надо там толкаться с законом и прочее, прочее. Я даже не ставлю так вопрос, как в Америке. Там налоги не заплатил, тюрьма и на многие годы. А у некоторых живут же неплохо. В Испании дома строят, еще где-то виллы и прочее. А пытаются государство обойти. Ну зачем? Ну это же ваше государство. И вы хотите, чтобы оно было мощным, сильным и могло вас всегда защитить. Мы это будем делать. Это моя функция. В обиду я никогда вас не отдам. Никому. Буду только поддерживать и помогать, насколько это возможно.